Как вы считаете, не зазорно ли быть секс-символом? Ой, это вопрос действительно ко мне. Я как бы самый главный секс-символ этой страны, поэтому... Погодите. Стопы. Сейчас совершенно не септембр, сейчас совершенно не осень. Сейчас уже давно как зима. Какого хрена ты про это поешь? Не спрашивайте, что у меня на голове. Ад, садомия, война. Прямыми волосами и кучерявыми, между длинными волосами и короткими. Я все нахрен состригу скоро. На лысо побреюсь, но не суть. Кыр-кыр, замечательные и прекрасные, как вы знаете, с вами опять Данкар. Невероятно, да? Поставьте, пожалуйста, прямо сейчас лайк. Под... Look at this dude. Wait till you see the... Look at the top of his head. Look at his lips. Знаете, какой самый страшный запрос в Google, который вы можете внести? Да, я покажу сейчас. Вот он. Тест. Тесты, которые были всегда тупыми, идиотскими, дурацкими, были среди них нормальные, но большинство из них — это первые три, которые я назвал. Я проходил тесты на НЛО, я проходил тесты на любовь, я проходил тесты на... На кого я проходил? На кого я только не проходил тесты. Сегодня я пройду самые дурацкие и самые тупые тесты, которые вообще есть в этой вселенной. Психологические тесты. Это я люблю, это мое. Любовь или деньги? Нету. Счастливы ли вы? Да, очень счастлив. Насколько ты тупой? Это я точно. Понимаете, я серьезный ютубер, сейчас все пройдем. Кто из них не млекопитающий? Утконос, гипопотам, утка, утка. Кто из перечисленного непосредственно влияет на смену сезонов? Наклон оси вращения Земли, расстояние от Земли до Солнца. Наклон оси вращения Земли, ну понятно, ну типа Земля наклоняется и меняется погода. Ну что тут может быть неправильного-то? Ну, конечно, вы не просто так сидите тут, смотрите видео. А еще и... А еще и обучаетесь. Магнитное поле Земли гени... Ты... За меня придурки не держи. Ну либо ядром, либо солнцем. Наверное, ядром. Логика, господи, логика — это всегда была моя самая лучшая подруга по моей жизни. Приблизительный возраст Вселенной состав... Я знаю, что планете приблизительно 4,7 миллиардов лет, но Вселенной, господи, какая же ты старуха. Я не знаю, 14. Окей. Нормально. Это я так тесты на экзаменах проходил после этого. Окей. Самая близкая планета к Солнцу — это Марс, Меркурий, Венера, Земля. Меркурий. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Сатурн, Юпитер, Уран, Нептун, Плутон, где-то... Что-то такое, я не знаю, в общем, не давите на меня. Холодный воздух влажнее, чем горя... Холодный воздух... Ну, горячий воздух поднимается вверх. Если дождь падает снизу, а верблюд весит 34 килограмма, то я поверну налево, поэтому более влажно. Блин, я баран. Теорема 34-килограммового верблюда не сработала, ну ладно. Кто написал происхождение вид? Дарвин. Сколько нейтронов в атоме водорода? Пожалуйста, можно мне не задавать вопросов по химии? Он один. Я на самом деле все знаю, просто это игра актерская для того, чтобы вам было повеселее. Кто из этих ребят на самом деле является динозавром? Я. Ар-ар-ар, тиранозавр Богданекс. Страшно, подпишись на инстаграм, а то как-то откушу тебе руку. А, блин, трицератопс, да? Да, трицератопс, нормально. Неплохо, кое-что из базовой программы школьника ты все-таки знаешь. Уровень, мастерство, как говорится, не пропьешь. Ну знаете, куда более интересный тест? Тупые тесты в ВК. Эротичные. Жесткие. Насколько вы привлекательны для женщин? Вообще 10 из 10, как я считаю. Насколько вы привлекательны для женщин? Я пройдем. Вы умеете говорить комплименты так, чтобы это доставляло радость не только вам, но и вашей потенциальной избраннице? Да. What the fuck?
Чё ты от меня бегаешь? Я тебя за жопу укушу. Это меня так Фейс учил лично. Вот помню, мы на концерте одном были, вот он меня, короче, учил так подкатывать. Вам нравится делать значительный и дорогостоящий подарок? Я придерживаюсь правил. Но зачем девушке дарить какой-то дорогостоящий подарок, когда у нее уже есть этот подарок? Я. Доставляет ли вам удовольствие сознание того, что все женщины в вашем коллективе от вас без ума? Конечно, составляет. Какой дурак не будет это любить? Как вы считаете, вы привлекательный мужчина? Как я уже говорил, вообще 10 из 10. Уровень привлекательности где-то между морским огурцом и шваброй. Ваше телосложение можно назвать атлетическим? Да, конечно. Вы относитесь к тем мужчинам, которые считают, что за женщину нужно бороться, прибегая к физической силе? Конечно же, если женщина не хочет быть с тобой, то нужно сразу ее так на поможете. Потом можно двоечку с локтя долбануть, как Чинбанет завещал. Ну и тащить ее домой, а там уже как бы все, наручники ее и до момента, пока она не заходит. Да, конечно же нет, ну вы че, нельзя. Вам нравится быть центром внимания в женской компании? Ой, я никогда такое не чувствовал. Особенно на сходке у меня, я вообще такого никогда не... Ну, пусть будет да. Как вы считаете, вас можно назвать настоящим мачо? Всем пацанам, которые смотрят это видео, как кадрить девушку? Эй, детка, у тебя такие красивые ножки. Можешь ими сбегать в магазин за сухариками, пожалуйста? Мне просто лень. Но ты можешь им как деньги найдешь у себя в кошельке. Положительно относитесь к тем мужчинам, которые живут за счет своих богатых женушек? Нет. Как вы считаете, не зазорно ли быть секс-символом? Ой, это вопрос действительно ко мне. Я как бы самый главный секс-символ этой страны, поэтому думаю, да, не зазорно быть секс-символом. Подготовка резонанс, а осталось совсем немного. Ну-ка. Вы вполне обаятельный и привлекательный мужчина, лишенный самолюбия. Лишенные самолюбования, да? Я только что максимум самолюбования вообще показывал. Что только можно, мне самому противно своего самолюбования в этом видео. Это очень хорошо, спасибо. Так как если вы не красавец, как Леонардо Ди Каприо или Брэд Питт, или Богдан Кирса, как вы, ну как, забыли написать, то вы вполне можете быть уверены, что у вас, точнее, у вашего обаяния огромное количество поклонников. Ой, буду очень рад, если хоть кому-то я нравлюсь. О, вообще никогда никому не нравился, ребят, вообще никому. Спасибо за то, что смотрели это видео. Если вы тут впервые, подписывайтесь. Если нет, то не отписывайтесь, пожалуйста. Ставьте лайки, колокольчики, все такое. Рассказывайте друзьям, друзьям рассказывайте. И обо мне там. Хорошего настроения и пока. Всех люблю. Пока.